Анонс и точная дата выхода финальных 19 и 20 серии 5 сезона сериала «Пес». Финальные серии сериала выйдут на телеканале НТВ 25 декабря. В новых сериях мы увидим, как спиритический сеанс внезапно прерывается смертью медиума Малены. Посетительница сеанса уверена, что виной всему дух ее погибшего мужа. Исследуя место преступления, Максимов и Леонидов соревнуются в наблюдательности. Гнездилов увлекается картами Таро. Исследуя их предсказаниям и помощи пса, неожиданно помогает следствию. С помощью механического устройства, установленного в сейф, убийца-учредитель крупной фирмы Геннадий Хомчук. На месте преступления Макс обнаруживает фото Лены в черной рамке. Оперативники узнают, что у Геннадия было три любовницы. Кто же стоит за изобретательным убийством и каким образом в этом замешана Лена? Это мы узнаем уже в новых сериях сериала. Напомним, финальные серии сериала выйдут на телеканале НТВ 25 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.